вход во Владимирские палаты остался без козырька. На него упала большая глыба льда и сломала конструкцию. Никто не пострадал, на работу музея это не повлияло. Лед скопился в этом году, такие погодные условия, именно на карнизе под крышей. Туда альпинисты не могли добраться. И сколько там скопилось льда, было не видно. Альпинисты, причем, работали недавно, на крыше-то все счищено. И вот именно с этого карниза, который под крышей находит, упала льдышка. Рабочие восстанавливают конструкцию. Козырек у входа в музейный комплекс был сделан 25 лет назад. Сейчас его пришлось демонтировать, согласно инспекции по охране объектов культурного наследия.